Nei, gammel til av nykens arm. For det rundene det luster han vinne. Dall slå hans i harpeit til bans i sin harm. Hei, fagrasta lindal av jalle. Håget vinne kraftig av trolins arm. For det rundene det luster han vinne. Так, отключил я в настройках цвет альянса, да, чтобы они не были все желтые и красные, да, как у меня было. Вот, и следы снарядов отрубил, чтобы тоже как бы было пореалистичнее, чтобы не было вот этого, да, как, не знаю, там, трассера такие летали, да, идиотские. В общем, я их отключил, и тут интересные функции такие есть. Ну, про стандартную, я думаю, вы клавишу Key, K. На клавиатуре английской K. Вы, наверное, знаете, что можно вот так вот, да, сделать, убрать интерфейс, а если зажать еще Alt и K, то получится вообще вот такая вот тема прикольная. Ну и клавиша N, кто не знал, так вот можно приблизить. Жалко, конечно, камеру нельзя двигать, да, но вот можно приблизить и посмотреть на своих солдат. Видите, теперь они в нормальные цвета окрашены, а не в желтые, как у меня было, да. Вот. Потому что, ну, это бред полный. Я, конечно, поставил, тогда думал, хоть как-то они отличаться будут, но в итоге вы сами понимаете. Ну вот, в общем, сейчас просто прикола ради запустил проверить это. Ну давайте битву эту. Гёте против ютов. Знатные топорщики в атаку все. Давайте кинематографично сделаем эту битву. Прям как в кино. Счет можно вот так вот приблизить. А, не, можно двигать. Отлично. А я тупил, значит. Давно уже просто это. Не играл в Total War, поэтому туплю, можно так сказать. О. Эпик. Вот еще... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Еще мода на кровище, конечно, не хватает. Охереть. Вот это поэтому кино можно смотреть. Помните, как у меня было это... Один на один в Роме 2 Total War? Можно будет эпичные какие-нибудь вставочки такие тоже сделать. Конечно, мы теперь уже непонятно, да, кто против кого тут дерется. Но дерутся вроде как. Вроде как дерутся. Охереть. Мод на кровище не хватает. Как же не хватает мода на кровище, а? Когда же они, сука, его вставят? Ну давай, убей его уже. Противостояние гетов и ютов. Ох ты ж! Какой ты жесткий тип, Вася. Ну да хотя бы так теперь реалистичнее у них цвета выглядят, а то в желтые и красные, ну что это такое. Я, конечно, могу взять сейчас, поставить, и вы опять это увидите, это говно. Надеюсь, что они поменяют... А, то есть я должна игра перезагрузить еще, угу. Ну вот. Так, конечно, да, ты хоть видишь, да, кто против кого, но все равно это как-то нереалистично, да, что желтые и красные, ну, постоянно желтые и красные. Так что от этой функции мы откажемся. Но этот бой мы доиграем, просто приколы ради показать вам вот эти вот вставочки всякие интересные. Да убейте вы его уже, а! Душу вашу мотал. Ну, кстати, анимации, я вижу, толком-то не подправили. То есть, как было во втором Риме, так и осталось. Думал, может, что-нибудь новенькое прибавят. Эпик. Эпик. А то я во время битв не приближаю постоянно, да? А может, кому-то хотелось посмотреть, как вообще дерутся тут товарищи. Охерительно. То есть, если сейчас я опять отключу вот это, мы будем без нее играть, потому что, ну, как-то нереалистично, как по мне.
тоже следы от снарядов там и прочей херня. Поэтому будем вот по-реалистичному играть. Я не знаю, как они тут определяют, кто есть кто. Но, конечно, понимаю, что у нас более голубой цвет, у них более так... Нет, у нас более синий, а у них более голубой цвет. Кто выигрывает, хер поймешь. Сколько там наших-то осталось? 117, что-то они как-то жестко держатся. Давайте-ка на них. Боевой клич. Неистовство. Стойкость натиску. Атака против конницы. Не, ну это херня. Зачем нам в защитную сейчас вставать? Классно. Классно. То есть, если на кнопочку N приблизить, то можно двигать. Это надо на мышку нажать. То есть, на колесико. И крутить его во все стороны. Это я говорю для тех, кто не знает. Потому что наверняка вопросы такие будут. Ну и опять же говорю, Alt плюс K добавляет вот такой режим. И если опять кнопочку N нажать, то вы увидите, да? Что это вообще просто как кино. Можно реально прям фильмы снимать теперь. Реально можно фильмы снимать. Жесть какая. Ну кто-нибудь побеждать-то будет, а? То есть мы проигрывать будем, да? Грёбаные. Грёбаные юты! Наш проигрывает, охереть. Я два прокачанных генерала поставил. Давайте сейчас еще вам это панику поставим. Сука, паниковать нахер. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вы видите, да? Жесткие какие типы. Душу вашу мотал, сука, Вася. Охереть. Да, я все жду, когда в Total War наконец сделает анимацию. Я, конечно, понимаю, что это сложно аниматором делать, чтобы, допустим, когда, вот видите, один на один сражается, кто-нибудь подошел, там в спину ебанул бы, да, но это было бы пореалистичнее, да, все-таки во время войн-то в тех три времена там не один на один сражались. Если это в Сёгуне как-то объяснялось, то есть в времена той Японии, да, то есть один воин выбирал себе соперника. Отлично. Я даже в этой битве проиграю, да? А, один воин выбирал себе другого воина и вместе с ним сражался один на один, как говорится, раз на раз, да? Но и никто не вмешивался. То в те времена, там, в Европе, да, там вообще похеру было, там, на помощь, там, к другу приходит, там, товарищи, в спину рубит, там, другому выражение. Херить, как мы здесь проигрываем? Чё, неужели юты настолько жесткие? Ну, понятное дело, как когда я с ними воевал в прошлой серии, они реально были жесткими типами. И хрен знает, как я их вообще тогда победил. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Идиоты. Окей. Всем няшки, пацаны, мы продолжаем играть за гётов. В прошлой серии мы, конечно же, натерпелись от ютов, да, но в итоге мы захватили. Со второй попытки мы их захватили все-таки. У нас вот отличный полководец, генерал, Селигер, как я его называю, Селигер Селигерич, отбил атаку, и пока, ну, естественно, с наемной армией, с кучей наемников, я пока их распускать, естественно, не буду, потому что я буду ждать действия нашего соперника, оставшегося, да, ведь они теперь кочевные стали. Что они будут делать, это тоже интересно. Ну и мы продолжаем здесь воевать с этими... шотландцами, можно так их назвать. Буду сейчас захватывать Карини и следить, что же сделает у нас соперник, да? То есть наш агент здесь пока ходит, бродит, давай где-нибудь ты здесь будешь находиться, вот здесь в лесах. И будем следить за передвижениями врага, что он будет делать. Да, конец хода. Так, ну пора распускать наших наемничков, я думаю, в первую очередь распускаем их. Больше нам не нужны, так как вражина пошел кочевничать.
Это правильно. И это логично с его стороны. Пошел он кочевничать куда-то в ту сторону. Наша вражина, с которой мы сейчас воюем, переместилась на наши территории. Плюс еще вот здесь мне не нравится то, что находится вражеский кораблик. Вражеская флотилия, которая может спокойно захватить Сигонти, да? Из событий произошло такие, что дочь, конечно, там родилась, ну и срок службы, да, прошел. То есть можно на повышение товарищей херануть. Поэтому я сейчас этим и займусь, видите, сколько должностей освободилось. Ну, переназначил как мог, одного поставил на вождь племени, да, всех остальных тоже поместил. Все остальные здесь больше я не могу, на нижний уровень никого нету. Ну и что у нас там по сыновьям, когда у нас там будут эти? Так, бастард. Когда у нас там будут полководцы-то великие? Еще, в принципе, не скоро. Так, ты у нас дочь, 19 лет. Тебе бы, конечно, найти без кого-нибудь там, да, я не знаю, устроить свадьбу. О, кстати, я бы вот с этим товарищем. У тебя же нет жены, да? У тебя нет жены. Я бы вот так вот бы тебе сделал, потому что ты вообще красавчик. Поэтому давайте устроить свадьбу. Вот на нем, отлично. То есть есть такая возможность, потому что, ну, этот полководец, я хочу его принять в свою семью, потому что, ибо он охерительный. Ну, вы по прошлой серии видели, как он затащил. Поэтому мы... Что, сдох, что ли? Стоп, я не понял. Ты что, сдох, что ли, сынка? Нет, сын... Дочь. Дочь жива. Отлично. Ну, у нас пока все молодые еще. Наш правитель, великий царь. Лол. Наследничек, все дела. В общем, все понятно. Так, ну а здесь я буду нанимать новые отряды, тем более здесь есть охерительные просто товарищи. Вы, кстати, лучше обычных копейщиков или вы похуже будете? Вот это мне сейчас интересно узнать. Ну, грузись, энциклопедия. Да, по идее, вы должны быть получше, как бы, да? Плохая броня у вас, конечно. Средний шанс защиты. Давайте. Не, ну эти дороже стоят, я не знаю тогда почему. Ну, тогда побольше таких товарищей. У нас, правда, денег не так много. Собачек я хочу испытать, очень посмотреть, как они действуют. Поэтому мы и собачек на нем. То есть будем здесь потихонечку набирать армию. Тем более мы от наемничков избавились, да. И угроза от нас уже, можно сказать, ушла. Да, наши эти союзники забросили все. Ну и... Да, кстати, спрашивают... Заселять ты будешь эти земли? Ребят, чтобы заселить эти земли, надо кучу солдат и кучу денег. Поэтому я пока этим заниматься не буду. У нас ни того, ни другого нету. Ну и что мы тогда берем и захватываем уже леденящий мхи? Блин, у нас флотоводец был, надо... Да даже в тоже комментариях написали, типа, ну бы капитаном его назвать, но теперь у нас флот уничтожен. Так что леденящий... Я, кстати, видел здесь какие-то эти, как его? Возлюбленные. Возлюбленные Хиггса тоже. Возлюбленные Хиггса. Возлюбленные самого Хиггса. У нас все будет на Хиггсе. Возлюбленные. Я когда вот увидел, когда монтировал видео, ржал как сумасшедший. Возлюбленные. Херели что ли совсем. Давайте захватываем уже этот город наконец-таки. Ночная атака теперь у нас уже доступна. Блин, я бы на это посмотрел бы, но... Я не вижу смысла тратить серию, да, время серии на вот эту бесполезную битву, поэтому уж простите. Так, ну и, наверное, в наступательном режиме херанем. Слишком много мы как-то херанули, но да ладно. Поселение мы заняли, оккупировали. Наконец-таки мы объединили. Объединили земли. Осталось только вот это захватить, и вот это. И вся Британия будет просто под нами. Кто не с нами, тот под нами. Здесь, конечно, еще беспорядок будет на следующем ходу, да. То есть я отсюда армию вести не смогу. Поэтому надо все чинить. Пока что. А потом будем перестраивать. Это снести, да? Общественный порядок минус 2. Да куда уж минус 2-то? Лучше уж снеси, я не знаю, реально, перестрой. Либо пока мы город... А, пока мы город не это. Ладно, пока ремонтируй. А, так а тут уже наш город, отлично. То есть мы можем спокойно тут это... Варвары уже сами перестроили все, да? Ну это понятно, это логично, что они перестроили, потому что у них долго это поселение было под их властью, под их контролем. Ну и тут я не знаю, что нам делать. Атаковать ли, либо ждать, пока он сам до нас дойдет. Я бы тут, конечно, бы еще бы что-нибудь нанял бы, но у нас на это тупо денег нету. Поэтому тоже интересный момент. Отсюда надо армию уводить, но здесь восстание появится на следующем ходу. То есть мне придется их сначала мочить. Восстание, это типа, восстание. И здесь у нас еще провинция
под ударом, можно так сказать, находится, да, и сейчас зима наступит. Ну да, пока конец хода. Отлично. Да, Эвланы нам тоже войну объявили. К нам, конечно, даны опять присоединились, но толк от них вы не видим никаких. Ну и правильное дело, что они идут захватывать. У нас только один отряд и плюс еще гарнизон, да? А, или это и есть гарнизон? Да это ладно. Что, смеетесь, что ли? Это мой весь гарнизон? То есть это все мои войска, которые здесь находятся? В общем, что я хотел еще сказать. Сегодня должно было выйти обновление, да, то есть я в этот день записываю. Первый патч должен был выйти, который исправляет все эти вылеты там и баги. И плюс еще я дополнение купил на этих варваров, но которые находятся ниже этих скандинавов. За варварские тоже там какие-то. Купил дополнение, тоже сегодня должна выйти, по идее. Вот, вот что я хотел сказать. Но я все жду мод на кровь. Когда она выйдет. Ну что, мы, в принципе, здесь можем попытаться, конечно. Да. Нет, неужели это все, что мы имеем? 160 человек против 352. Ясен хер, шансы вообще не на нашей стороне. Но мы попробуем, ладно. Ну, я же должен нанести как можно больше повреждений этим гондурасам. Поехали, чё. Опять эти битвы бесконечные. Не дает мне игра по-быстрому серии, ходы пропускать. Тупо не дает. Да, походу мы и реально будем вот этим одним вот этой хренью сражаться. Против мечников там. Ну ладно, попробуем. Да вы реально что ли шутите, что ли? Это весь гарнизон, который... Это вообще не смешно даже. Враг придет отсюда. Ну, блин, ладно. А, так можно его здесь будет задержать, да? Ну, он может обойти еще, да? Дождик он еще выбрал. Баррикады. Я еще могу баррикады построить, но есть ли смысл в них? Эти баррикады только для лучников. Ну, башни. Я все надеялся, что у меня башни хоть где-то есть, да, поблизости, чтобы обстрелять их. Но тут мы, понятное дело, проигрываем. Башни находятся только с этой стороны. С этой вообще ничего не находится, да? То есть башни тупо их не будет обстреливать. Можно попытаться дать ему захватить центр города. Поселение устояло, но многие дома разрушены. Что ты гонишь? Можно дать ему захватить центр города, так как мы узнали, что толку от этого вообще никакого нет. Да, конечно, по морали нам будет бить, но... Я бы около башен бы стал. Чтобы башни их обстреливали. Поэтому это логично будет, да? Пусть они сами идут до нас. Мы тут встанем около башенок. Будем оборону держать. Около башенок встанем. Баррикады. Ну, построим вам тут баррикады, чтобы вы как можно больше шли там, я не знаю. Эй. А, ну вот, разместил баррикады. Начать сражение. Люди. Люди ходят. Они еще пока не представляют, что их тут ждет. Да, центр города мы сдаем, но это понятное дело, пусть захватывают. Ясен хер, они нас превосходят. Это весь гарнизон наш. Охерительно просто. Просто охерительно. Господи, какие же вы грязные бомжи-то все. Да, ну в общем нам всем тут войну объявили, нам придется, конечно, очень сложно сейчас воевать, но мы-то привыкли уже к трудностям, ребят, поэтому что мы, переживать что-то будем. Башни, конечно, толком тоже не настреляют, потому что дождь. Ну а мы что, мы будем ждать, наверное, ой, стоп. Будем ждать, наверное, приближения их, я, пожалуй, даже время пока. Хотя, что они сейчас быстро придут, поэтому я даже не вижу смысла сейчас, хотя нет, прерву запись пока. Вы даже не представляете, что вас сейчас тут ждет вообще, ребята. Хотя был смысл, конечно, здесь держать оборону.
Они же все равно по этой сторону пошли, да? Блин. Но мы все равно уже не успеем. Блин, надо было здесь держать. Я просто думал, что они могут обойти нас или еще что-то сделать. Но здесь реально на склоне мы могли бы спокойно бы поддержать оборону. Да пусть захватывает. Ладно, я все равно сюда вернусь. Я-то думал, что у меня побольше гарнизона будет. Нам главное 37 минут продержаться. Так, ну сейчас они будут, конечно, рушить баррикады. Противник атакует баррикады! Но он нас решил обойти, что интересно очень, да? То есть он все-таки решил пойти под пламя. Ему понятное дело, ему надо за нас уничтожить, а не пытаться, извините меня, захватывать центр города. Ему нет на это смысла вообще никакого. Нам бы будем стоять под башнями тогда. И либо если они как-то будут очень много тупить по времени. Нет, они все-таки пойдут, да? Или вы будете меня обходить? Вот башни уже начинают их обстреливать, это замечательно. Тогда есть смысл даже, не знаю, как-то здесь встать. Либо нет, здесь склон все равно небольшой. Но они нас обходят, и это мне совсем не нравится. Мне как можно надо мансить, как можно от них, как можно больше, да? Но они меня обходят, то есть они не такие тупые. Ну ладно, посмотрим. Окей, что уже? Мы проиграем это, сдадим это поселение, потом его захватим обратно. Сейчас они башни, конечно, нам пойдут разрушать, да? Что-то башни вообще перестали стрелять, что-то за башни такие. Охерительные башни. Ну и полководец идет. Да, башни они там разрушают уже. Полководец идет захватывать, судя по всему. Поселенецы. Боевой дух сейчас. У нас и так тут боевой дух на минимуме, да? Потому что они как-то успели разрушить уже поселение. Ну и что мы видим? Мечники на нас атакуют. Но мы-то знаем, насколько мечники днище. Поэтому я думаю, этих-то мы сейчас... Мы будем здесь оборону держать. Я думаю, это логично около башни держать оборону. Потому что ведь, как я уже говорил, башни это реально имбари, ребят. Если вы не верите, что башни... Жалко, что, конечно... Жалко, что, конечно, дождь идет. Они выбрали дождливую погоду. Так бы мы могли, я не знаю, побольше им урона нанести. Но так пусть идут. Пусть идут. Стойте здесь, стойте. Да, к спиной к нам повернитесь. Че, вы реально, что ли, спиной повернитесь? Вы че, идиоты, что ли? Ну ладно. Да какой там полководец? Ай, сволочи, вот взяли вот так вот предательски в спину, да, долбанули нам. Так, одного мы уже потеряли. Тут каждый боец на счету. Нас обходят, да? Да, нас что собираются обойти еще. Полководец захватил точку. Они, наверное, подкрепление просто тупо ждали. Ну, ускоряем битву. Чё нам тут... Что сяськи-то, масяськи-то иметь? Если у меня была бы хоть еще одна пехота, я мог бы их в спину бы ударить, обойти бы их. Но так мы, конечно, по морали им бьем. Но у нас уже 140, 139. Наши ряды дрогнули. Ну и все, это даже не стоило моего времени. Просто тупо... Ой, короче, ладно, забейте. Простите за то, что потратил это время. И бессмысленная битва, но я думаю, у меня хотя бы больше воинов будет. В итоге это... 29... Да, ну... Так, отлично. Самая бессмысленная битва за все мои серии. И что, они просто тупо разграбили и ушли. Теперь пикты. Ага, то есть они решили нас обойти. Да. Ну, захватывайте, окей. В оборонительном. Если у нас много стрелков, нет, в обычном режиме. Ну, вы молодцы, что вы зашли сюда. В ловушку, можно сказать, себя загоняете. Да, что-то пока не очень все складывается. Видимо, самые веселье еще в пи. Они тоже решили ограбить и не захватить. Ну, вот я еще одна атака, но на этот раз они уже захватили, наконец-таки. Ладно.
У меня теперь главный вопрос. Могу ли я еще содержать одну армию? В том плане, что генерала нанять еще, потому что тупо два стека не справляется здесь. И я хочу еще раз сказать, как же я ненавижу эту систему в Рим 2, да, или в Атиле, да, это же одно и то же, что нельзя, как в первом Риме, содержать гарнизон. Сколько ты хочешь, и без генерала, чтобы они ходили. У нас еще восстание началось. Враг разграбил. Зато у нас доченьки там рождаются. Да ладно. Стоп. Да погоди. Отлично, у нас эти заключили брак. То есть этот наш безумный полководец. Ну как безумный, охерительный полководец. Усыновить. Ну, пока не надо влияния особо так. Что у нас, какая эпидемия? У нас еще эпидемия началась. Поветрие, общественный порядок. Да ну вас нахер, да как вообще такое возможно? Еще и восстание здесь. Эти еще тут, суки, ходят, это надо мочить их, пидорасов. Я бы наемничков даже еще нанял бы каких-нибудь. С этими-то мы разберемся. Ладно, я вот что хочу посмотреть. Могу ли я содержать еще одну армию здесь? Я бы содержал бы ее с удовольствием. А, могу, армии, да хренище еще могу нанять. Надо этим заниматься, потому что тут двумя так не справишь. Но сначала разобьем вот этих, да, чтоб у них, естественно, будет убегать. Да, суки, вы стойте уже. Что же вы такие-то потные-то все? Ночная атака. Ночной атакой вас зарублю. В обычном режиме. На тебя, сука, мразь. Конницу мы потеряли, пополняем. Отлично. То есть здесь надо... А, это уже вражеская земля, я не могу не пополниться, ничего. А на ускоренный марш ты куда можешь уйти? На своей территории? Вообще никуда не можешь идти, да? Так, ну тебе пока тупо наемничков наймем. Чтобы отбить вот это вот поселение. Давай, конницу, которую мы потеряли. Блин, а стоит ли сейчас мне наемников нанимать? Вот, я не знаю, мне что сейчас сделать, потому что здесь полная жопа какая-то происходит. Нас ебут, а мы смеемся. Ага. А докуда ты еще можешь дотянуться? До армии можешь дотянуться? Отлично. Помехи армии, порча припасов, неверную... Уменьшение дальности перемещения. Ускорение накопления усталости всеми отрядами указанной армии. Порча припасов. Дорого стоит, но я думаю, это стоит того. Чего? Ага, отлично. Ясно. Все очень плохо. Общественный порядок. Что у нас здесь? У нас здесь плохо тоже с санитарией. Не дай бог, какая-нибудь херня еще будет. Ну и с общественным порядком у нас здесь тоже не очень все хорошо. Да, это... Господи, это Британия гребаная. Не дает мне покоя. Так, ну мы, по-моему, здесь нанимаем уже. Можем нанимать здесь скандинавский отряд. Поэтому я, пожалуй, сделаю для... Общественный порядок, который здесь очень как не хватает, да? Там-то мы построили, а здесь нет. Так что здесь священную землю херанем. Кучу на это денег тратим. А стоит ли мне сейчас вообще этим заниматься? Как бы не до этого, блин. Потерпите. Главное, чтобы здесь никакие не появились эти... трущобы, да, как были. Так, вы на обычном марше, чтобы вас тут не уничтожили. Наемников пока, в принципе, я нанимать здесь не буду. Здесь наше поселение разграбили. Можем отремонтировать его, но пока я этим заниматься опять же не буду. И, наверное, здесь мы наймем новую армию, соберем, собрать войска. Какой-нибудь охерительный у нас есть полководец? Нет, у нас есть только другие кандидаты. 37, 27, надзиратель. Боец. Опыт для... О, для новых новобранцев, отлично. Вот тебя беру, собрать армию, идешь сюда и нанимаешь каких-нибудь... О, классно, классно. You need good fighters, bitch. Побольше таких.
Так, у нас еще есть деньги, я думаю, здесь надо нанять наемников и атаковать ту армию. Не, ну в принципе, да, конечно, жопа полная здесь происходит, но не так страшно, как... Не так страшен черт, да, как его молят там, или как это называется. Уж простите, не знаю. Так, ну и в военные надо пойти, чтобы прокачать уже стоимость найма наемников. Мы наемников частенько стали набирать, поэтому есть смысл уже. Ну и здесь тогда возлюбленные Хиггса пойдут души шатать. Так, мы два можем здесь нанять. Давайте таких и таких нанимаем. Застрельщики у нас есть, раз, два, три, четыре штуки, плюс мечник наемный, плюс еще конница, который будет в тыл. Ну и битва, опять зимняя битва, надо прогонять товарищей. Да, тем более мы можем это сделать. Естественно, я эту битву сам хочу провести. Наказать товарища. Анде Кумбори. Альгаут. Что у них здесь есть? Копейщики, здесь есть у них мечники, есть, блин, сука, лукари. Но лукари у нас, для лукари есть конница. Но у них тоже есть конница, и у них есть еще, сука, вот эта вот херня. А стоит ли мне сейчас реально это самому битву-то проводить? Если мы можем выиграть. Стоит ли мне тратить на это время? Да не, в топку, ну нахрен, блин, опять это тратить на это кучу времени, да, я не знаю. И так мы уже, сколько в серии уже битв-то у нас уже произошло, поэтому, ну перевес у нас здесь. Ну и зачем мне на это время-то тратить свое? И ваше тоже время на эти битвы. Мы еще повоюем с ними. Ладно, автобитва, хер бы с ней. Так, что у нас в обычном режиме, либо... В обычном, наверное, все-таки. Еще скажите, что мы сейчас проиграем здесь. Решительная победа и... Да ебаный ты стоит. Лучше бы, наверное, сам провел бы эту битву. Полковой жив. Пополнение отрядов. Он от нас убегает. Ну нахер эти битвы, я уже так хочу уже хоть дальше по кампании продвинуться. Ну сколько можно их, эти битвы бесконечные. Давайте вот здесь объедините, чтобы не потеряться. И добиваем эту армию. Там еще повоюем. Самое веселье еще впереди. Давайте добиваем уже этого лидера, я не знаю, кто это, лидер, не лидер. Тоже в обычном режиме, что нам... Итак, мы уже битву провели одну в этой серии, но она, конечно, глупая. Ой, до ужаса глупая. Так, ну и насколько ускоренный марш? А, вы даже на обычном марше можете вернуться, да? Ну и наемников, наверное, мы здесь будем распускать пока, чтобы не проседать по финансам. Какие у нас там конные скандинавские разбойники? Наемные, вот, наемная пошла нафиг, и наемные волки пошел нафиг. И что мы тут можем тебе нанять? Можем тебе еще одну конницу нанять, что я, в принципе, наверное, и сделаю. И... Нужны ли нам мечники? Не знаю. Давай так и так будет у нас полностью состоять из копейщиков армии. Плюс конницы, плюс на пиво, плюс на это. Вот, наш агент здесь, и наша армия, которая здесь и пойдет эту отбивать. Не знаю, если... А, я уже нанимаю армию. Есть ли вообще смысл ее здесь держать, три армии? Хотя, в принципе, есть смысл. Вот это надо отбить нам, во-первых, и дальше отправиться в путешествие по завоеванию земель. Деньги у нас вроде как есть, пока не сильно мы так страдаем, хотя, конечно, мы содержим кучу войск. Но это как гарнизон. У нас все правители, все эти семейства из полководцев состоят. Ну да ладно, конец хода. Хочет жениться на своей возлюбленной. На своей. Кто это вообще такая? А ты кто вообще такой? Гаутек. Вмешаться. Неподходящая. Ну, вообще-то, действительно, неподходящая какая-то. Да, какая-то дурная мадам.
Да, лазутчик у нас тут ходит. Вступили необычно, плохая весна. Ну да, тут по погоде все. С Испанией мы можем теперь договориться. Да с кем тут вообще договариваться? Никто нас не любит. Никто нас не хочет, и все как-то к нам относятся по-жесткому. Вот может договор не нападение. Они отвергают, но, понятное дело, если мы вам заплатим, вы согласитесь. Да, в принципе, и без разницы. Мне бы с кем-то торговлю бы заключить, мы очень страдаем по финансам. Да вы чё? А смысл у меня то, что вы вступите? Зачем мне вообще это нужно, чтобы вы вступите в войну против Западной Римской империи, которая и так уже... Давайте договор. Ну, а, блин. Хер с вами, с этой дипломатией. Не до этого сейчас. А что у нас там по семейству происходит, я понять не могу. Кто там, с чем там, кто там. Наш полководец охерительный. На нашей охренительной. Мадам. Окей, отлично. Так, ну, по передвижению врагов. Наши там союзники там. Нет, эти враги захватывают вот эти земли, то есть мы в итоге не можем полностью пиктов уничтожить. Тут у нас есть, конечно, даны, они могут помочь, наконец-таки, вот наши союзники, да, так называемые. Ну, а больше ничего такого, можно сказать, не произошло интересного. У них там, конечно, уже поселение, можно сказать, без защиты. А вот агента, почему я не могу переманить себе обман, задержание указано? Ну, это херня полная, ну, почему нельзя переманить? Тут все системы переделали, конечно, по-жесткому. Давай по-быстрому переходи, плюс у нас еще, по-моему, тут эпидемия продолжает идти, да, и мы перестроить еще должны там некоторые здания. То есть пока жопа полная. Общественный порядок у нас, ну, общественный порядок вроде как восстанавливается, только вот здесь опять будет восстание. С этим общественным порядком я не могу денег накопить, чтобы перестроить пока еще города, да. То есть у нас тупо война, викинги-налетчики. Загрязнение, да куда уж больше-то загрязнение. Куда уж больше-то загрязнение. Давай, чини это все херню. Чтобы у нас хотя бы немножечко был это общественный порядок. Так, а вы что здесь страдаете? Что у вас не так? Собачки. Вот собачки хочу испытать. Очень жестко хочу испытать собачек. Ну и сможем ли мы вот эту херню захватить? С помощью. С божьей помощью. Я поменял бы. Очень хочу посмотреть, как боевые псы действуют. Я бы поменял бы. Сколько тебе перемещений хватит, чтобы назад вернуться? То есть вам обеим обоим хватит, чтобы назад вернуться? Очень уж хочу поменять. Да, должно, по идее, там, хватить вернуться назад. Вот дам тебе конников, все равно мы их сможем нанять. Либо... Дам тебе поврежденных конников, а ты мне дай собачек. Вот. Хочу посмотреть, как действуют собачки. Ты у нас возвращаешься назад, ты у нас возвращаешься назад. Эту армию мы будем атаковать. Ты у нас продолжаешь нанимать армию. Нам нужна здесь армия. Нужна, точнее. Мечников попробуй тоже нанять, как буфер, да? Вот этих копейщиков. Ну и пока все, достаточно. Нет у нас вообще денег ни на что. Я пока не закончу войну, ничего не смогу сделать. То есть у нас здесь провинции страдают. По-жесткому страдают. Эти там укрепились, товарищи. Тоже имеют кучу собак и этих, как его. Господи, откуда вы их берете-то? Тут надо двумя армиями, видимо, на вас нападать, но сначала надо вот это захватить. Ага. Ты что, смешной, что ли? Вы что, смеетесь, что ли? Все очень странно, не знаю. Может, я уже немножко подустал, да? Можно так сказать. Ну как-то это все очень странно, что сейчас здесь происходит. Почему ты не можешь дотянуться? Наследничек, точнее, правитель наш. Что у тебя за армия здесь тоже идиотская? Наемников тебе придется нанимать. И ладно, конец хода. Разберемся. Так, игра, естественно. Успел уже опять вылететь. И что у нас? Чего? Возлюбленные Хиггса болеют? Недовольство? Они все-таки заболели, да?
Агент еще, видимо, постарался, да? То есть наши воины теперь здесь будут нести потери, да? Отлично, 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 просто отлично. Пищу. Вкачай все в пищу. Ну да. Хорошее лето. Раскрыт. Фракции. Наняты, наняты. Отлично. Ну, что у нас здесь произошло? Товарищи наши, бывшие враги Юты, прибыли сюда. Причем, опять же, наши союзники, даны, не стали их атаковать, потому что они первыми ходили. То есть они здесь, был вражеский флот, они просто мимо него как-то прошли. Они вообще, кажется, по-моему, они вообще воюют. Вот мне вот что интересно, я даже уже начал уже сомневаться, а воюют ли они вообще? Так, нет. Даны. Эвланы. Пикты. А, то есть они не воюют, да? Ну, понятно тогда почему. Геты, юты. Ну да ладно, они еще по обороне союзники. Ясно, вот тогда почему они не воевали и пошли куда-то. И товарищи пикты, что очень плохо, тут уже занимают две территории, пошли дальше. Эти все переселяются, наши союзнички. То есть, это вы захватили? Или тоже это... Да ладно, каледонцы. То есть, если мы их разрушим, да, пиктов и каледонцев, да, то... Не, ну это понятное дело, что мы здесь все равно будем захватывать Британию, все полностью подчинять, но мы тогда их не уничтожим полностью. То есть они все свои войска куда-то сюда отправили. Ну и что, мы можем наконец-таки атаковать? Я, пожалуй, здесь еще наемничков найму, каких-нибудь мечников, потому что у нас здесь много всяких этих застрельщиков, а мечников мало, поэтому надо захватывать это поселение уже в конце-то концов. Ага. Замечательно. А назад ты только на ускоренном марше вернешься, да? Ты можешь назад на ускоренном марше вернуться? Да, ты сможешь назад на ускоренном марше вернуться, а вы давайте вместе, общими усилиями. Боже, ей помощью. А, ночная атака тут не поддерживает. Я бы, конечно, проверил бы сейчас ночную атаку, но совершенно неохота сейчас сражаться. Уже сколько же можно уже. Да, давайте, короче, в наступательном режиме уничтожить уже этих засранцев. Эти там от них смордит, запах идет, видите, такой, да? Воняют они, ходят, немытые ни хрена. Варвары гребаные. Ну и все, мы уничтожили, захватили обратно город. Естественно, оккупируем его. Это ж наша была земля. Это наша была земля. Вы возвращаетесь на ускоренном марше назад. А вы распускаете гребаных наемников, которых мы здесь наняли. Вот этих товарищей. Распустить. И что-нибудь попытаетесь здесь сами сейчас нанять. Потому что ну, у вас здесь как-то вообще все очень печально по пехоте. Тем более ты можешь это сделать. Конница у нас установится, я думаю, успеет. И прачников у нас здесь дохерища. У нас даже здесь лукари остались, поэтому побольше вот этих товарищей. Надо нанять. Даже вот это мясо тоже нанимай, чтобы полный стек был. Наши, конечно, тут болеют. Здесь вообще эпидемия гребаная. Здесь восстание сейчас будет. В общем, все весело. Все очень весело. Цена ремонта, цена ремонта, цена ремонта. Восстанавливаем все, цена ремонта. Восстанавливаем все наши постройки, которые они здесь успели уже уничтожить, разграбить. И даже мы успели уничтожить, потому что мы же захватывали сейчас. Здесь порядком наконец-то все нормализовалось. Денег не хватает, чтобы что-либо построить. Здесь у нас армия продолжает, я думаю, наниматься. Тоже собачек. И мечников, как мясо пушечное. Ну и попробую вот этих вот. Но они совсем какие-то дешевые, я даже не хочу их нанимать. Это средняя, это легкая пехота, вы можете заметить. Поэтому ну их нахрен. Лучше мы вот так вот сделаем. Это же логично будет. Вот. И у нас уже будет здесь собрана еще одна армия. Ну и надо потом будет уже идти в атаку. Но у нас, конечно, эпидемия. Сейчас они сдохнут. Так, деньги у нас хватает, чтобы там помехи... А вот на провинцию ты можешь что-нибудь сделать? Нет, ты только можешь армию сделать. Вообще какие-то бесполезные агенты стали, ей-богу. Просто реально бесполезные какие-то агенты стали. Конечно, да, разработчики говорили, что агенты теперь
не такие имбари, как были раньше, но... Что это вообще такое? Даже не смешно. Замечательно, наши агенты еще ранили, да? Все что-то как-то очень плохо пока. Вот я бы отсюда бы сюда бы пошел бы, да? После того, как найму, потому что надо захватывать их поселение. А этими товарищами тогда будем атаковать вместе с этой, наверное, армией. В принципе, и так все нормально у нас все складывается, но только... Нормально-то нормально, но чуть-чуть ненормально, я бы так сказал. Вот так бы. Оконница. Тренировка боевого духа, доход от грабежей, авторитет. Сплоченность. Да, и вот так. Угу. Наш правитель 50 лет. Я надеюсь, сейчас игра не вылетит опять. Да, да. А, вот еще, да, товарищи юты пришли сюда на сожженные земли. Я не знаю, будет ли они на нас нападать, поэтому здесь бы, конечно, тоже не помешало бы что-нибудь тоже нанять. Вот, допустим, вот этих вот имбарей гребаных жестких типов. Деньги на это мы все тратим. Ну и давайте еще мечников херанем для защиты. Ну и попробуйте нападать. Попробуйте нападать, я с вами с удовольствием сражусь, схлестнусь. Конец хода. В общем, игра опять вылетела. Я, наверное, все-таки подожду патч. Вот, отлично, даже заставка лагает. Я, наверное, все-таки подожду, когда патч выйдет, да? Чтоб нормально играть. Да и тем более, как вы по голосу, наверное, могли заметить, что я немножечко подустал играть сейчас, да, целую неделю записывать. Я даже не устал не играть в эту игру. Я устал рендерить это видео, поэтому я, пожалуй, наверное, на этом серию закончу. Дождусь, когда... выйдет патч, плюс еще там должно вот это дополнение, которое я купил, появиться там тоже, товарищи, в этом месте. Поэтому, наверное, заканчиваю эту серию, да, она, конечно, скучная получилась там. Без боев можно, да, тоже так сказать, там, никакого экшона. Но, продолжу ее записывать, когда реально ее пропатчат, потому что, ну, у меня реально терпения не хватает. Меня бесит, очень сильно бесит, когда она вылетает. Постоянно это загружать заново. Ну и немножко передохнуть надо чутка, а то заметили, да, что-то что как-то такой уныленький сижу. Причем, не знаю, что у нас завтра, пятница или что у нас? Что у нас сейчас вообще? Ясно, так, окей. В общем, мы продолжим играть, когда ее пропатчат, да. А еще раз извиняюсь, что серия такая скучная получилась, так что... Не знаю. Спасибо за просмотр, дружу. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока, увидимся. Вот, что я хочу сказать. Ждите стримов по Европе. В воскресенье будет там, с Артемом Черным. Но я думаю, вы уже знаете, кто в группе меня там обитает. Я уже знаю. Ну и, может, еще запишу в ближайшие дни Атилу, да, когда ее пропатчат именно. Потому что сейчас играть это невозможно просто. Реально невозможно. Все, ребят, всем пока.